Город Курчатов. Проезд коммунистический. Мотоциклист сзади влетает в попутный автомобиль «Шевроле Круз». Авария произошла 19 апреля. Гонщика госпитализировали с тяжелыми травмами. Как выяснилось, он уже был лишен водительских прав. Чтобы избежать возможных трагедий, полицейские проводят профилактические рейды. Сотрудники госавтоинспекции ориентированы на выявление и пресечение фактов управления водителей мототранспорта без соответствующих документов, незарегистрированных транспортных средств в установленном порядке. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую работу с родителями, с детьми в образовательных организациях и призывают всех участников дорожного движения незамедлительно сообщать в полицию о всех правонарушениях водителей мототранспорта. Стражи порядка в очередной раз напоминают, мотоцикл – это источник повышенной опасности. Не нарушайте установленный скоростной режим. Не допускайте выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Соблюдайте боковой интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. А также будьте предельно внимательными. Используйте мотошлем. Самое главное, управляя данным транспортным средством, помните, что вы должны иметь соответствующее водительское удостоверение соответствующей категории. Данное транспортное средство должно иметь полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Госавтоинспекторы обращаются и к родителям, советуя трижды подумать, прежде чем покупать своему чаду двухколесного коня. До 16 лет управлять мопедом или скутером запрещено. Станислав Костиков при содействии пресс-службы УМВД России по Курской области. События дня.